Так, ну более-менее уже что-то становится похожее на плуг. Вот. Большеват. Да, я думаю, отлично будет. Отлично будет. Все. Замечательно. Мужики, всем привет. В общем, загнал опять тракторок. Начал нацеплять навеску, а у меня вот здесь ступица стояла. И она упиралась в плафоны. Разобрал две гранаты, сварил вместе вот эти вот шлицевую. И приварил рычаг так, как надо. Все это. Это гайка прижимная. Вот так вот. Беру любой шплинт. И откручиваю, чтобы с ключами не бегать. Все, стоит на месте. Фонарям теперь не мешает, их за навеской прекрасно видно. Так, ну это полбеды. Переделываю плуг. Вот. Сделал заподлицо его. То у меня был сверху, теперь его переделал. Ну, это вот. Вот этот сам кривой, пришлось так подгонять под него. Ну так обрезал криво, ну забьется, я думаю, землей. И все, теперь оно вот ровненько так идет. Перегнуть пришлось его. Пришлось его перегнуть. Вот теперь вот если смотреть сверху, нож стоит под 45, а вот этот отвал, он стоит чуть круче. Думаю, полегче ему будет. А было наоборот. Вот здесь вот стойку вырезал, которая держала вот этот край. А было наоборот здесь, а вот этот стоял вот так вот, поперек. И якорило. Вот. Здесь, соответственно, когда перегинал, вот это вот ушло. Согнулось. Сейчас сюда доварю недостающую часть. Вот, и возможно даже чуть-чуть его добавлю. Да невозможно, а добавлю сразу. Здесь вот кусок двери какой-то от шифонера. Вот насколько увело его. Ну, мы ж не ищем легких путей. Поэтому я уже вырезал нужную запчастюлину. Вот так она выглядит. Согнул. И сейчас вот сюда. Вот так вот ее ровненько варю. Но я ее вырезал с запасом. Вот. Сейчас вот так вот что-нибудь пристегну. И ее пристегну, чтобы она держалась вровень. А потом ее обрежу. Так, как мне надо. Ровно, чтобы она вот была по угольнику. Это легко при помощи вот линейки. Гибкая делается. Здесь я вот так вот тоже вырезал. Так что... Переделка идет. А здесь, наверное, не знаю, может чуть еще добавить полоску. Чуть-чуть повыше и чуть подальше сделаю. Вот. Так что, думаю, будет поинтереснее работать. Так, ну наживил. Вот так вот. Все замечательно, ровненько. Так, как оно должно быть. Сейчас провариваю с этой стороны. А потом жирненько с этой стороны. А с той стороны зашлифую. А с этой пускай. Оно не мешает. Все, мужики. Выровнял по плоскости. Срезал лишнее. Вот угольник. Плуг стоит. И так, и так. И все тут. По плоскости ровненько. О, как будто тут ничего и не было, да? Единственное, сейчас, наверное, вот здесь добавлю такой треугольничек вот сюда, чтобы этот край держало. Так сюда вварю. Потому что здесь-то было по краю, держало хорошо, а сейчас вот далеко. Ну, здесь так обработал слегка. Все по плоскости.
Отлично. Ну, уже по-другому и смотрится плуг как-то. Нож сюда, это чуть туда. И сейчас добавлю еще кусочек такой, сантиметров хотя бы 10. Я думаю, будет нормалек. Коротковатый, мне кажется. Надо, чтобы он туда его подальше. Так, мужики, ну вырезал нужную запчастюлину недостающую. Вот так ее прихватил. Сейчас буду обваривать с этой и с той стороны. А здесь вот так вот срежу низ, чтобы он ровный был. Вот. И совсем другой видон. Ну, здесь закруглю, чтобы острого не было. Здесь подработаем все, потом отполируем. Во. Этой вышины мне хватает. А дальше, чтобы он его туда двигал. Чтобы под колесами меньше было земли. Я думаю, получится отлично. Как-то так. А сколько он получится? Ну, примерно. Да, где-то 50 сантиметров. Я думаю, достаточно. Так, ну более-менее уже что-то становится похожее на плуг. Вот. Большеват. Да, я думаю, отлично будет. Отлично будет. Все. Замечательно. Вот. Сейчас единственное. Наверное, усилю все-таки. Вот так. Одну полосу сюда приварю. Зачищу на угол. А одну на этот край. И вот тут с краю еще на шинку. Вот так вот наложу. И будет достаточно. Вот. Когда он там сотрется? Я думаю, отлично. Должен будет перекладывать отлично. Вот. Как-то так. Другой совсем конструкции стал. По сравнению с тем, что было, и с тем, что стало. Вот. Нормалек. Так, мужики, ну, закончил тут полировать, зачищать, шлифовать. Все, получилась вот такая толщина по кругу. Вот, с этой стороны тоже до конца. Тут жесткости не занимать. Так, сейчас довариваю, наверное, сантиметров 10 еще, так, чтобы хотя бы вот это, как она, полевая доска, да, была чуть-чуть длиннее. И кидаю раскос. И, в принципе, плуг готов. Можно испытывать. Ну, отшлифовал как можно. Дальше уже, что получится, то получится, мужики. Вот. Полевая широкая. Была вот такая узкая. Я ее увеличил. Да, сейчас доварю еще 10 сантиметров. Тут не сложно. Как-то так. И прикину раскос. И все. И готово. Завтра сделаю, переделаю крепление под него, чтобы оно регулировалось. Чтобы можно было его вот так вот регулировать еще. Не только там угол атаки, а еще в сторону. И можно испытывать...